Вот такие белые медведи, бурые. Ходят, да? Ходят в Колорадо, кто спрашивает. Гризли. Блэк, черный медведь. Тут вся информация. Но если такого встретить, лучше не встречать. Просто надо сваливать, по-моему, убегать от него. Здесь внутри большой магазин, где продаются всякие сувениры, связанные с Гленвуд Спрингс, с Колорадо, с историей индейцев. Просто для детей всякие развлекухи, камни всякие, раскрашенные, все это продается. Вещи с символикой, наклейки на машину. Короче, куча-куча сувениров. Кепки колорадские. Ух, вот такие мне нравятся. С Колорадо. Кайфовые. Сладости. Здесь внутри тоже всякие ножи, сувениры, футболки. О, шапка даже. Колорадская. Все, сейчас куплю такую шапку, буду ходить. Как идет, ребята? Мы что, свою шапку сейчас и летел, и потерял, сдуло. Сумки, пакеты всякие, портфель его, прикольная сумка, кстати. С Колорадо, классная вещь, но она порваться может не такая. Короче, все на любой вкус и цвет. Здесь куча всяких побрякушек новогодних, не новогодних, все с Колорадо. Вырезано, вот есть шкатулочки из дерева, стаканчики, рюмочки. Цены вот $20. Кружки металлические, колорадская, не металлическая, керамика. Обожаю Колорадо. Мой любимый штат. Это Колорадо. Что тут говорить?